Здравствуйте все. София. Здравствуйте все. Добрый вечер, скажи. Вот как мы живем. Вот мы как балдеем. Лежим, да, Софочка, морковочка. У каждого, скажи, своя жизнь, да? Мне вчера написала подписчица. Комментарий там, где я делаю калачики на сгущенке. Что с вашим здоровьем? Это вредно кушать. Ну, я своими словами сказала. Но смысл такой. Хочется сказать, дорогие мои, вы ведь не живете со мной и не знаете, что я кушаю и что я делаю. Где моя? Вот моя красавица. Так что у каждого своя жизнь. На YouTube мы снимаем ролики для зрителей, показываем свой опыт. Аж песенки поет и фырчит, с таким удовольствием травку-то кушает. Двумя лапками в чашке, две лапки тут. Ой, песни поем-то как. Ой, прямо мы балдеем, да, София? Какое удовольствие, да? У каждого существа свои удовольствия. Такие лапки у нее широкенькие, как у кота, как у мальчика, а не как у девочки. Ой, стричь надо, стричь, стричь. Сегодня убиралась, столько опять от нее пуха с живота. Вот на животе не шерсть, а пух. Прям натуральный пух, как у кролика. Как у крольчихи, да, София? Надирай пух, как крольчиха. И кроличков нам приноси. И моя колесенькая такая моя. Софочка, морковочка. Софи Лорен. Все. Добралась до травы. Вот так приходит порой ее. Хорошо-хорошо прощипает. А то не трогает травку. Где-то день, два, три не трогает. Да я не сначала начала снимать. Мы тут с ней в окошко поглядывали. И она потом как взялась за свою траву. Попила. Что ты там нашла? Вон какой у нас лук. Салатик. Сегодня я там нарезала, делала салатик. Перец. Вон еще лук. Рассада наша стоит. Огурцы уже вон какие здоровые. Томаты. У нас ведь холодно. Сегодня 26 мая.
и никто ничего не посадил. Ну, возможно, люди садят те, у которых теплицы топятся. Но вообще, в основном в это время уж морковка-то посажена. Куда рассаду садить? Туда даже сейчас не поедешь, чтобы хотя бы, я как вот я хочу себе тепличку поставить. Холодно, земля еще мерзлая, холодная. Весна у нас в этом году, ну, сильно затяжная, ну, очень сильно. Что-то такого я не припомню у нас на севере. В прошлом году тоже была затяжная. Но не так долго. Это астры уже такие. Вчера сюда земли добавила. Перец вот какой стоит уже здоровезный, сладкий, красный. Так хочется быстрее уже все высаживать. Ну, холодно, холодно. Это что-то с чем-то. Огурцы вовсю. Усы вон пускают. И наверху те, которые стоят, там везде усы. Я пообрезала половину. В прошлом году была весна затяжная, но осень была долгая, теплая. Практически до конца ноября вообще тепло было, а потом в декабре резко, как начались морозы, 40 градусов. Вот там, где видите, вот лес, лес, как бы лес. Это у нас там очень большой парк. Парк культуры и отдыха. Ну, холодно у нас все-таки на улице. Сейчас сколько я смотрела? 4, по-моему, всего. Снег растаял, ну, вон там вот возле магазина еще лежит белый. Вот так и живем. Ну, мы привыкшие, для нас это хорошо. Мы северяне. Все нормально. Я люблю природу, так хочу быстрее в лес, на дачу. Прямо отдохнуть душевно. И так легко-легко становится. И физически, и морально. Давайте, всем пока-пока. Будьте все здоровы и счастливы.